Ему только 8 лет, а он уже народный герой Дагестана. Это главная общественная награда в республике, и несмотря на свой юный возраст, он получил ее совершенно заслуженно. Ведь мальчик, рискуя собственной жизнью, спас одноклассницу. Именно для таких отважных людей и была создана награда. Для вручения ордена его посетила делегация из Хасавюрта, в их числе олимпийский чемпион Заур Угуев. Было принято решение наградить нашего маленького героя удостоверением и предоставить его к ордену «Народный герой Республики Дагестан». На сегодняшний день высшая общественная награда республики. Данную медаль изготавливали в специальном монетном дворе Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему маленькому герою. Такого медали, наверное, еще нету. Будет. Иншаллах. Но мы надеемся, что у нашего Абубакара будет такая же награда, как и у Заура. Да, да. Иншаллах. Народный герой Дагестана, удостоверение. Он все еще это не понимает. После спасения девочки на Абубакра направлено всеобщее внимание. Его посещают СМИ и представители власти, спортсмены и общественники. Сегодня его вместе с семьей пригласили на встречу в Муфтият Республики. Там их приняли, провели экскурсию и вручили памятные подарки. Я думаю, пример нужно нам всем тоже. И молодежи, особенно подрастающему поколению, с таких вещей пример брать. То, что будет взращивать и мужество, и храбрость, и отвагу, и в нужном уменьшении, чтобы вот так... На помощь всегда пришли. Тебе огромное баракала от лица муфтията тоже. Отсюда ты столько знаний получишь, им будешь тоже рассказывать. Договорились? Вот это тоже тебе. Это тоже тебе. Изучение Корана. Ты Муалли Муса не читал? Куран умеешь? Куран умеешь читать? Это новые книги выпустили как раз для детей. Их, чтобы ты сам тоже прочитал, закрепил и другим тоже преподавал. Расулу, и Абакара, Хатима, супруги за достойное воспитание сына. И привить ему качество благородства, порядочности и высокой нравственности. Это от тебя говорят. Родителям баркала говорят. История мальчика – это наглядный пример того, что героями не рождаются, ими становятся. Одним своим поступком Абубакр вдохновил тысячи людей. Он напомнил нам о лучшей черте человека, о неравнодушии. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.